здравствуйте, дорогие наши друзья! С Новым годом поздравляем всех! Счастья, радости желаем! Дети одинцовских медиков получили новогодние подарки от главы округа Андрея Иванова. Одним из медицинских учреждений, которые навестили Дед Мороз и Снегурочка, стала городская поликлиника номер 3. Вручаю подарки вашим детям от Деда Мороза и главы Одинцовского городского округа Андрея Ромча Иванова. Спасибо. Подводя итоги прошедшего года, врачи констатируют, 2020 выдался весьма непростым как для медиков, так и для пациентов. Поэтому, поздравляя жителей округа с праздниками, врачи желают главного. Пожелать им в новом году крепкого здоровья, высокого титра антител, а у кого их нет, привиться от ковида. Помимо поликлиники номер 3, Дед Мороз и Снегурочка передали подарки от главы муниципалитета сотрудникам клинической больницы номер 123 и других медицинских учреждений округа. В общей сложности врачам вручили более 1600 подарочных наборов. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».